Здрасте, дорогие друзья! Сегодня с вами Маша Зыкова. Мы посмотрим, как быть красивым. Это новости. Быть красивой не только так, но и по-другому. Можно одевать пышные платья, как у меня. Можно одевать туфельки. И еще красить ногти. Видите, как красиво. И тут вот то же самое. А сейчас я протру зеркало только. Так, 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 так. И посмотрите, тут солнечные зайчики. Кто бы мог подумать, везде солнечные зайчики. Ай-яй-яй, как неприлично. Ну а теперь помаду надо красить и шапочки одевать. Очень красиво. Даже и прически, брови мазать. Как красиво. И вот тут вот пудрить.